Поэтому у нас есть очень-очень могущественное средство избавления от всех неблагоприятных вещей, которые нам мешают. Это обращение непосредственно к Кришне. Но нужно обратиться к нему в правильном настроении. Это настроение называется шаранагати. Шаранагати – отдельная тема, долго можно говорить. Я просто об одном аспекте этого шаранагати поговорю. Это то, что... Видите, как интересно, что нужно признать свое положение, смиренным быть. Смиренным признать свою зависимость от Бога. Гордый человек не может молиться. Уж тем более он не может молиться в духе шаранагати. Вот такая вот непростая вещь. И вот как практиковать смирение? Конечно же, надо повторять, нам говорят, повторять Хари Кришна в смиренном настроении. Несомненно, так и надо делать. Но как оно выглядит, это смиренное состояние? Как оно выглядит? Что мне нужно? По-пластунски везде ползать. И говорить, я смиренный слуга. Что надо делать-то? Или тебе когда бьют по голове, она говорит, да, ударьте мне еще раз. Ну как-то сложно. Как-то сложно с этого начать. Ну, правильно? Или нет? Давайте попробуем. Сложно, говорят. Сложно с этого начать. Поэтому как же начать практиковать смирение? Да. Это можно начать с того, что практиковать благодарность. Благодарность.